чрезвычайное значение в условиях пандемии приобретает робототехника, потому что она помогает сохранять жизни людей, которые заняты опасной работой. Например, медицинский персонал, занятый дезинфекцией помещения, может не входить в помещение за счет того, что роботы обеспечивают эту дезинфекцию. В нашей лаборатории робототехники мы переиспользуем уже созданного мобильного робота-курьера для того, чтобы осуществлять дезинфекцию помещений. Мы имеем компетенции мирового уровня для создания такого рода техники и хотим, чтобы она приносила пользу практически немедленно. Функция Сбербанка – ускорение создания прототипа и доведение его до рыночного решения. На нем установлены ультрафиолетовые лампы, и он может обрабатывать комнаты площадью 20 метров за 5 минут. Робот автономен, ему достаточно один раз увидеть помещение, и дальше он может производить дезинфекцию полностью самостоятельно. При этом, если он увидит, заметит какое-то движение или увидит, что рядом есть человек, он лампы погасит. Такие роботы-дезинфекторы могут применяться не только в больницах, но и в школах, в офисных помещениях, в детских садах, где угодно. Нам кажется, что эта технология будет востребована не только в условиях нынешней пандемии, но и на самом деле практически всегда, потому что она помогает человеку более эффективно выполнять так необходимую и сейчас, и в будущем работу.